Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и сегодня, ребята, мы поиграем в КАЦ. Давно я в нее не заходил, так что пора, наверное, немножко поиграть. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, я уже забыл, у меня, по-моему, валун, да, с турбиной и с двумя пушками, если я не ошибаюсь. Ну что ж, давайте глянем, что у меня тут получится в турнире. Так, одна победа у меня есть, отлично. Эть! Ёлки-ты-палки, Слава Чушка меня разбомбил. Ладно, Тумака. Блин, и Тумака мне надавал Тумаков. Да что ж такое, не нравится мне моя нынешняя машинка, ребята. Как-то как-то хреново она себя показывает, хотя до этого вроде бы ничего было. Так, и здесь я тоже получил от Макса белт какой-то. Нет, что-то как-то вообще кисло все. Я очень расстроен, ребята. Надо что-то делать. Ну, этих уже, в принципе, бесполезно бомбить, потому что за них медалик не дают. Ну, ладно. Давайте мы допройдем это все и будем, наверное, что-то с вами думать. Рука. Сили-или, на тебе. Все, ты готов? Так, какой-то флюнгбрэ тоже погиб, короче. Андрейде. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я сейчас к нему подъеду, и он меня... Хотя ни хрена я к нему не поеду, ребята. Кого тут, интересно, быстрее разобьют стены? Только не меня, только не меня. Отлично, хорошо. Так, ну здесь мы разбомбили. Вот сейчас уже вроде бы как наладил все. 9 боев я выиграл и переместился так плавненько на 6-ю позицию. Так, ну что ж, давайте подумаем, что я могу сделать со своей машиной, ребят. Так, корпусов у меня достаточно, как вы видите. Но все как-то не то, что надо, если честно. Что взять-то, елки-палки, я даже и не знаю. По оружию у меня тоже вроде бы как все довольно неплохо. Вот я думаю, может быть, поставить пилы. У меня будет валун с пилами. Да, конечно, я теряю по атаке и очень сильно. Но это дело поправимое. Можно, в принципе, вкачать пилы. Так. И турбину мы сделаем не назад уже, а вперед. Для пробы давайте протестим, что у нас приблизительно получится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой-то неустойчивый у меня валунчик получился. Но, тем не менее, этого гаденыша мы не убьем. Он меня сдвинет. Ты какой жук. Да, но, в принципе, идея довольно неплоха. Вот можно, в принципе, поставить вот так. 722 к атаке. Итого у меня 3292. Еще одну вольем. И еще одну. Да. Итого получается у меня 4736 к атаке. Довольно неплохо, я считаю. Так, а здесь у нас что? Что мне не нужно? Ковши, в принципе, они мне не нужны, да, ребята? Но мы пока их трогать не будем. Давайте посмотрим. Ох ты, что у меня здесь получится? Слава Чушка, который меня бил. Вот он получил свое. Да воздастся ему, как говорится. Тумака тоже меня бомбил. Давай. Да ну что ты, как корявый какой-то сработал сейчас. Но зато, я думаю, Маратику уже не жить. Да-да-да, ребята, вот так вот я с ним разобрался. Да, я думаю, что есть смысл прокачивать валун на пилах. Именно вот в данный момент. Не знаю, как там дальше будет все обстоять. Но именно на данном моменте это будет самое то. Ну что, Бал, давай, подъезжай, я тебя сейчас добью и продвигаемся с вами далее. Так, 4 победы я уже получил. Как хорошо получилось, а прям на крыше я его разбомбил. А здесь у нас Варфокс. Ёлки-палки, мы оба перевертыша, причем оба с пилами. Но, по-моему, Варфоксу повезет меньше. Да ведь? Так оно должно быть. Я думаю, что до него быстрее дойдет пила. Ну-ка. Бинго, ребята, отлично. Нет, нет, надо все-таки, я думаю, вот переходить от пушек, от лазеров именно к пилам. Так я и буду, наверное, поступать. Буду прокачивать именно вот такую тачку. Именно с таким вооружением. По крайней мере, довольно неплохо она себя показывает. Так, отлично, очередная моя победа. Сили-или, ну, вообще в прах.
Да, единственное, конечно, вот эти ребята. Они довольно мощные, но неуклюжие. Как видите, они падают. Я про башни именно. Так, и здесь у нас... И у меня цель какая, ребята? Находиться на первых строчках. Первое, второе, третье место. Но не ниже. Поэтому я как бы ради этого все, в принципе, и делаю. Опять оба О, подъезжает, подъезжает. Ну давай, давай, давай. Так, у меня, в принципе, атака сильнее, за что он и поплатился. Ну что же, 13 боев я сделал. Я на первом месте, чего, в принципе, и добивался. Больше врагов нету, да, только один остался, Тумака. Можно, в принципе, его сейчас попробовать разбомбить. Получится, нет у меня. Нет, он как-то меня давит. А нет, нет. Вот он, то, что он встает на колесо, как раз его пила достает до меня быстрее, чем я до него. И поэтому здесь я проигрываю. Но можно, в принципе, покумекать что-нибудь. Или усилить атаку. Или же можно будет поменять колесо. Давайте мы сейчас с вами продадим лишний хлам, чтобы у нас хотя бы были деньги на вливание, как говорится. А там уже посмотрим, что получится. Ну, Тумаку я должен победить. Так, елки-палки, сколько корпусов ненужных мне. Зачем я их коплю, храню? Все это хлам, честно говоря. Так, давайте и это продадим. Вот сколько у меня валунов, тоже я не знаю. Так, давайте вольем. В принципе, довольно неплохо влилось бы. Так, ага, это и лучше будет. Это у нас уже какие-то золотые, что ли, получается. Так, давай-ка вот так сделаем. Отлично. Еще, наверное, одну сейчас мы с вами вбабахаем. 165 к урону. Ну что же, ударная техника моя растет. И я думаю, сейчас будет победа за мной. Ракетниц-то у меня сколько? Ёлки-палки. Так, эта пила нам, наверное, тоже не нужна. Хотя, у меня здесь, смотрите, и лазеров целая куча. Ой, не то делаю немножко, давайте вот так вот. Отлично, денежка пока есть, позволяет нам прапывать. И я думаю, что этим стоит пользоваться. Так, давайте, я не знаю даже. Зеленые как-то все мало. Вот желтый хорошо прибавляет. Но желтые мне самому как бы нужны будут на будущее. И неохота их как бы тратить для этого. Для классики у это 25%. Так, отлично. Да-да-да, мне придется потратиться. Еще плюс 165 к атаке. И 5000 уже урона у меня есть. Ну что же, наверное, можно в принципе будет и попробовать сразиться с Тумакой. Как я только добиваюсь первого места, моя душа успокоится, как говорится, и мы потом с вами будем дальше продолжать играть. Так, отлично. А для ракетницы 8 уровня, сколько я с него поимею? Ну, довольно неплохо, но и не очень то, что я хотел бы. Так, корпуса. Вот этот корпус практически как у меня, да? Этот похуже будет. Мне главное, чтобы у меня для турбины сверху было гнездо. Так, еще 165. И, наверное, больше у меня не получится приподнять уровень. Потому что мало у меня... А, нет, вот этот, если загнать, будет хорошо. Еще 165. Ну что же, вот это уже другой разговор, ребята. Так, а это, как вы видите, мало прибавляет чего. Лазер. Еще один. Это что у нас будет, если мы сейчас вбомбим? Блин, да что такое? Да я понял, что нельзя вливать. Ошибся я немножко. Что ты сразу гундишь-то? Так. Оу-оу-оу. 495. 21. Давай, конечно, вливаем. Ничего не жаль. И почти 6000 атаки. Ну что, Тумаку? Давай посмотрим теперь, кто кого. И... Так-так-так-так-так-так-так. Конечно же, я, ребята. Ну что же. В принципе, можно сказать, и все. Я на первом месте, я фаворит. Я хорошо здесь укрепился. У меня, как говорится, 14 звезд, а у Балда всего 10. Ему сколько нужно победить соперников, чтобы меня догнать? Так, через 5 минут откроется ларец. Ну, а пока мы заработаем себе сундучок очередной. Оу-оу-оу, а здесь... А как это, интересно, он меня так мог победить? Я что-то не понял. Вроде был слабенький. Ага, вот и сундук. Почему-то сразу с первого боя. Так. О, колубрат.
сразу упал, и мы его сразу разбомбили. Довольно все это неплохо вышло. Так, Хуман. Хумана. Ой, Хуман сам на... Тихо, подъезжай, подъезжай. Отличненько, добили. Ну что же, в принципе, идем довольно неплохо, ребята. Довольно неплохо, я бы даже сказал, очень даже хорошо. Все, решено. В общем, будем прокачиваться далее в таком темпе. Пус готов, как арбуз. Лопнул пополам. Так, что еще? Давайте, наверное, немножечко протестимся. Ать-ать-ать-ать, да, да чуть-чуть не хватило. Шуер, да, значит, это у нас. Ну, Шуер, все, подъезжай, и мы тебя, опа-на, разобрали. Извини, браток, так надо было. Да, вот этот сундучок бы мне сейчас не помешал вместо обычного деревянного. В данный момент мы зарабатываем с вами элементарно короночки. Ну, я, конечно, не буду здесь до упора сидеть, но сколько успеем набить, столько успеем. Так, отлично. Ну что же, у меня и на этом звезды есть. Давайте-ка так сделаем. Посмотрим, что у нас тут. Пила, опять лазер и клюса. Как-то слабенько все, конечно, здесь выпадает. Но, тем не менее, не бывает никогда лишним. Этот с отбойником, думал, меня прокинет, но не тут-то было. Получи. И все, он готов. Идет отдыхать. Ай-яй-яй-яй-яй, обычный деревянный мне достался, я думал, выпадет все-таки синий. Ну что же, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск, мы обязательно увидимся с вами позже, а на этом все, всем пока, до скорых встреч.